Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с Днем Республики. В этом году Чувашия празднует свой 100-летний юбилей. Это особый праздник, объединяющий всех жителей и уроженцев Чувашии, любящих свою родину. Хочется вспомнить замечательные стихи Лидии Кубашиной. «Хвала тебе, Чувашия, мой дом, и имя, и язык твой сердцу свято, дубравами, и хмелем, и трудом, и песнями, и вышивкой богата. Жива в узорах древних нити сила, связавшая народы в их судьбе. Ты будешь жить во мне, моя Россия, пока живет Чувашия в тебе». С праздником, дорогие земляки!